Здравствуйте, коллеги. С вами ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь. Расскажите, какую компанию вы представляете. Меня зовут Алла. Я коммерческий директор компании AgroSmag. Я приехала из Владивостока на ProDexpo. Привезла продукцию, выращенную под солнцем Вьетнама и Китая. А у меня в руке клубника, выращенная в Китае, произведенная там, и огурчики, выращенные во Вьетнаме, там закатанные. Мы приехали на ProDexpo с новой торговой маркой впервые. Еще ProDexpo не видела Добровиту. Мы надеемся здесь познакомиться с многими нашими клиентами. Мы уже познакомились с несколькими. Вот. Очень надеемся сотрудничать и приносить им пользу с помощью нашей новой торговой марки «Добровита». Вы, получается, представляете торговую марку, и вы можете, наверное, сказать вашу конкурентную особенность. Чем вы лучше? Вы вкуснее, вы как-то интереснее дизайн, может быть, как-то расскажете, чем вы отличаетесь от других представителей этого рынка? Да, конечно. У меня в руках гордость нашей линейки, наши огурчики и корнишончики. Мы очень долго стояли в очереди на одном из уважаемых вьетнамских заводов, не буду называть его имя, но тем не менее, теперь мы с гордостью представляем вкуснейшие огурцы и вкуснейшие корнишоны на этой выставке. Тех, кто здесь присутствует, приглашаю в наш павильон. Мы возле выхода D находимся, 1G10. Мы вам дадим попробовать. Я обожаю свою работу. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что на следующей нашей выставке вы представите уже расширенный какой-то ассортимент и завоюете к тому моменту уже большую часть нашего ритейл-рынка. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Я очень тоже на это надеюсь.